Меня зовут Леха, но друзья называют меня Романтик. Я сделал паровой мотоцикл из металлолома. И в предыдущих сериях я подробнейшим образом рассказал и показал, как такой мотоцикл можно сделать у себя в гараже, не прибегая к великим там ЧПУ технологиям. Целью проекта было заглянуть в прошлое, ощутить дух того времени, ну и конечно инженерный интерес, все это построить, настроить и на практическом примере понять и изучить работу парового двигателя. Наконец-то, после очень долгих переделок, мы оказались вновь на той же самой трассе для испытания нашего парового мотоцикла. Расскажу вкратце, что у нас здесь есть. Это топливные бачки, они подают топливо на горелку, и горелка отапливает котел. В котел заливается вода, вода кипит, получается пар. Пар мы посылаем в двигатель, и двигатель работает. А это, ребята, самый настоящий паровозный свисток. Он сделан точно по тому же принципу, что и у настоящих паровозов, и сегодня мы им тоже будем баловаться. Мы уже все заправили, подготовили и даже накачали давление. Сейчас мы будем прогревать двигатель и пробовать установить максимальную скорость. Я напомню, что в прошлый раз максимальная скорость этого мотоцикла составила всего лишь 40 км в час.
Ура, ребята, нам удалось преодолеть рубеж в 40 км в час. Мы разогнались аж до целых 45 км в час. Неоспоримое преимущество парового мотоцикла – это то, что у тебя всегда есть чашечка чая. Толкать придется. Лёха, а кадр вообще нормальный был? Да? Угу. Ну что хочу сказать, друзья, мотоцикл сегодня прошел испытание на ура. Нам удалось побить наш рекорд 40 км в час и сделать аж 45 км в час. Ты правда это пьешь, Лех? Записываешь, что ли? Мы-то думали, это все для съемочки. Шуточки, шуточки. А он правда его пьет на самом деле? Нет, кстати, на самом деле, я думаю, будет рашный какой-нибудь вонять. Нормальный чай, вполне так. Сахар только не хватает. Ну, я думаю, мы исправим этот момент насчет сахара. В следующий раз будем сахар. Сахар туда добавим. И на следующий раз зеленый. Давай, Лех. Вот, кстати, есть идея. В котел сразу закинуть надо пакетики с чаем, и тогда вообще будет прям нормальный чай выходить. На сегодня у меня все, друзья. До встречи в следующих сериях.